Остались считанные дни. Сборная России по футболу активно готовится к Кубку Конфедерации. После товарищеских встреч футболисты немного отдохнули и приступили к тренировкам. Уже завтра, 15 июня, команда вылетит в Санкт-Петербург на первый матч турнира с новозеландцами. Физическое и моральное состояние игроков оценивает моя коллега Ксения Рахновская. Да, но вот несмотря на то, что до Кубка Конфедерации осталось еще 2 дня, до его официального старта уже можно сказать, что пришел в Россию. Сегодня сборная России переместилась на базу ФИФА, лицензированную базу ФИФА. Наши футболисты сегодня тренируются на поле арены ЦСКА. До этого они занимались на поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова. И вот впервые в истории нашей команды тренируются подопечные Станислава Черчесова под взором около 2000 болельщиков. По регламенту ФИФА такая тренировка предусматривалась. И сегодня действительно все желающие могли прийти на стадион, получить билетик и уже на протяжении часа любоваться, как же наша команда готовится к предстоящему Кубку Конфедерации. Ну, действительно, неожиданный интерес вызвала тренировка сборной России. Около 2000, как я уже и сказала, малышка сегодня на трибуны. Ну, конечно, очень много детей. Все-таки уже каникулы летние. И к тому же очень много будущих футболистов, воспитанников московских спортивных школ смотрят сегодня за своими взрослыми коллегами. Ну и какие-то, возможно, делают наметки или, наоборот, берут на вооружение то, как действовать не надо. Ну, что касается самой нашей команды, сегодня вышли наши футболисты в полном составе. Все 23 игрока, которые внесены в окончательную заявку на Кубок Конфедерации, сейчас на поле. Вернулся в расположение сборной, отсутствующий вчера на тренировке Алексей Миранчук, сдал он вчера госэкзамен на 4. И Александр Головин, который вчера тренировался по индивидуальной программе, также сейчас вместе со своими партнерами по команде на поле. Ну, радуют болельщиков наши футболисты. Очень много они уже провели таких занимательных занятий. Ну, и сейчас, похоже, готовятся к двухстороннему матчу, поскольку разделились на 2 команды. Вот можно это легко опознать по цвету манишки. Ну, и есть у меня тут футбольные эксперты, которые, наверное, разбираются в игре номер 1 получше многих журналистов. Это футболисты футбольного клуба «Родина». Они, кстати, свою победу сегодня уже одержали в летнем первенстве Москвы. Но сейчас мы с ними пообщаемся. Денис рассказывает. Сейчас уже идет тренировка. Что делали ребята? Вообще хорошие у них упражнения или нет? Вот если с вашими сравнивать. Упражнения не хорошие. У нас точно такие же. С квадрат играем. Перед тренировкой бегают круги. Ну, ты сказал, они в какую-то собачку играли. Это какая-то распространенная игра с тряпками, там, с красными, да, игроки там бегают? Там дают манишку. Это красная тряпка. Вот, там идут на линию, и там они играют. У кого он отнял и перехватил, тот тому дают манишку, и тот с собачкой. Ребят, ну вообще, вот ожидали, что именно так тренируются футболисты? Или, в принципе, для вас ничего нового, интересного нет? Ничего нового. Ну, есть некоторые задания для вратарей, которых у нас нету. Да. Так. Предметы, которых у нас нет. Да. Но кто самый крутой сейчас в сборной? Глушаков. Акинфеев. Самый лучший. Акинфеев. Глушаков. А почему Глушаков? Потому что он спортивный, что он для него отлично играет. Потому что он похороны, как вот вы тут говорили. Да, да. А почему он похороны? Потому что в матче с Амкаром он забил гол от перекладины на 89-й минуте. И поэтому он похороны. Ну, хорошо, вот вы сейчас будущие футболисты, да? Вы стоите, наблюдаете за своими взрослыми коллегами. Есть у нас шанс-то на Кубке Конфедерации? Потому что мы уже, честно говоря, не верим в то, что мы что-то можем выиграть. Конечно, есть много хороших команд, надо которые могут вырасти. Если надо много. Если вот эта команда-то что-нибудь добьется? Ну, если, конечно, Германия. Но если так они продолжат играть, если не произойдет чудо. Да. А какое должно произойти чудо? Чтобы они все научились играть, как Лена Месси. Чтобы Германия вылетела. Так, все, спасибо большое. Ну вот, слышали вы, главные шансы для сборной России, это если наши ребята научатся играть, как Лена Месси, ну или если вылетит по ходу турнир сборной Германии, правда, немцы играют с нами в другой группе. Но еще завтра сборная России...
еще у нас лучший тренер, вот подсказывают мне наши юные футболисты. Завтра еще одна тренировка у подопечной Станислава Черчесова. Здесь же на стадионе ЦСКА уже регламентирует это ФИФА. От нашей сборной ничего не зависит. По сути, где скажут тренироваться, туда команда и поедет. И уже завтра вечером вылетает она в Санкт-Петербург, где продолжит подготовку к дебютному своему матчу на Кубке Конфедерации на стадионе Крестовский. Ну и уже в субботу матчем открытия против Новой Зеландии начнется новая страница в большой футбольной истории нашей страны.